пациента. 17 лет, боль при физической нагрузке. Позвонок L1, что с ним? На гемангиому не очень похоже. На МРТ подозревают гемангиому. Консультативное заключение. По представленным катетомограммам пациента 17 лет. Дата исследования 24 декабря 2021 года. Область исследования – поясничный отдел позвоночника. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии исследования использованы построения в аксиальной, корональной и сагитальных плоскостях, выполнены трехмерной реконструкции. При МСКТ исследовании пояснично-крестцового отдела установлено. Практически весь объем тела L1 занимает неоднородное включение размером 29 на 29 на 21 мм. В включении содержатся костные трабекулы, жировая ткань. Аналогичное включение визуализируется в задней правой части тела L2 размером 25 на 12 на 19 мм. Целостность кортикального слоя обоих позвонков сохранена. Аналогичные участки изменений костной структуры выявлены в телах L3, L4, L5 размерами до 15 на 8 мм. Свежие костно-травматические костно-деструктивные изменения не выявлены. Поясничный лордоз сохранен. Дугообразные изменения вертикальной оси позвоночника не выявлены. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Зоны роста по возрасту. В сегментах L4, L5, L5S1 сформированы дорсальные протрузии 3-4 мм с признаками компрессии межпозвонковых отверстий и позвоночного канала, сагитальный размер которого на этих уровнях 8-9 мм соответственно. КТ-признаки остеомиелита тел позвонков в зоне сканирования не выявлены. Паравертебральные мягкие ткани без особенностей. В заключение, КТ-картина более характерна для множественных гемангиом тел L1, L5, протрузий межпозвонковых дисков L4, L5, L5S1. Рекомендовано МРТ с контрастным усилением через 3 месяца. 24 декабря 2021 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарии врача-рентгенолога. На мой взгляд, есть гемангиомы в телах L1, L2. Также более мелкие аналогичные включения есть по всем поясничным позвонкам. В этих включениях есть жировая ткань, участки трабекулярной перестройки, что характерно для гемангиом. На МРТ их лучше видно, чем на КТ, тут лучше месяца через 3 повторить МРТ с контрастом, это позволит оценить кровоток в образованиях и их динамику. Спина болит скорее из-за протрузий в нижних сегментах, их также лучше видно на МРТ.